человеческое кресло такое, что не увидишь. Да, дело в том, что гражданской поликлиники не увидишь. На протяжении всей импровизированной экскурсии Валентина Михайловна не скрывает своего восторга. А ведь ей есть чем сравнивать. Как член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, она бывает в разных уголках страны и в разных учреждениях. Уют. Чистота, порядок. Порядок везде. И там, где тебя принимают, и там, где располагаются все зоны, где находятся ребята. Конечно же, сама атмосфера. Вот понимаете, здесь все заряжено на то, чтобы тот, кто сюда пришел, он обязательно вышел и больше сюда никогда не приходил. Чтобы он почувствовал, что там, за воротами, там действительно хорошо и там свобода. Три музея, библиотека, собственная телестудия, оборудованные мастерские и учебные классы. Для ребят, которые в силу разных обстоятельств попали в сложную жизненную ситуацию, здесь созданы все условия. Ведь воспитательная колония – это не только строгий режим, но и многоплановая работа по возвращению оступившихся подростков к нормальной жизни. Она реально увидела подготовку наших воспитанников к сдаче ЕГЭ, ознакомилась коммунально бытовыми условиями их содержания, а также смогла побеседовать непосредственно с нашими подростками на ту или иную тему. В основном это были вопросы социального характера. В завершении Валентина Миронова пожелала коллективу новых свершений в нелегком труде, но воспитанникам удачного завершения учебного года и хороших каникул, скрасить которые поможет подаренный ребятам спортивный инвентарь. Дмитрий Кузнецов, Владимир Сидоров, События, Брянск.